А вы любите подарки? Редкие, уникальные, ценные, эксклюзивные подарки. Именно такие подарки будем дарить в этом году на день нашего рождения. Меня зовут Алина. Я руководитель интернет-проекта «Лучше из Таиланда», которому в этом году исполняется 7 лет. На самом деле, нам уже исполнилось 7 лет. Это произошло в конце июля этого года. Обычно именно в это время мы и отмечаем этот праздник, но в этом году все пошло не так. И в аккурат под день нашего рождения у нас начались перебои с поставками, и стала недоступна часть ассортимента, из которых были лидеры наших продаж. Я сделала рассылку и посоветовалась с нашими постоянными клиентами, сделала опрос, когда проводить акцию. День рождения или когда у нас наладятся поставки и вернется большая часть ассортимента. И 90% писем, которые пришли, они писали, что, конечно, давайте лучше отложим, пусть у нас будет возможность заказать большее количество товаров, к тому же очень многие ждали те товары, которые были недоступны для продажи. И вот сейчас уже большая часть товаров вернулась, и мы можем наконец-таки начать нашу акцию. Я к ней готовилась заранее, готовилась давно. Давайте перейдем сразу к делу и расскажу вам о тех подарках, которые вы сможете получить в течение недели, начиная с 15 августа. Итак, первая категория подарков, которые мы будем дарить, это ювелирные украшения. Это ювелирные украшения из серебра 925 пробы с вставками из натурального жемчуга и из натуральных самоцветов. Начнем с жемчуга. Я заказала сережки из натурального морского жемчуга с серебряными застежками белого и черного цвета. В Таиланде очень популярны серьги именно из белого жемчуга, поэтому я заказала 2/3 сережек белого жемчуга и 1/3 из черного жемчуга. Но так получилось, что внутри наборов из черного жемчуга оказались немножко разные цвета, потому что нет чисто черного жемчуга в природе, он встречается крайне редко или практически даже на самом деле не видела чисто черного жемчуга. Он всегда с какими-то другими цветовыми вариациями. И если вот покрутить жемчужинку, она переливается всеми цветами радуги. Только каких-то цветов больше, каких-то меньше. И внутри комплектов черного жемчуга я разделила жемчужины на два типа. Это сине-зеленый жемчуг и сиреневый, чтобы вам было проще выбирать. И внутри набора, который я заказала, жемчуга тоже также получился разнобой в размерах. Какие-то сережки более маленькие, какие-то более крупные. Смотрите, видите разницу? Первые участники акции получат более крупные сережки. Ну, а кто немножко задержится или слишком поздно откроет наше письмо или увидит наше видео, они уже получат в подарок вот такие сережки. Они тоже хорошего качества, они тоже красиво выглядят, они тоже с застежкой серебра, но немножко поменьше размером. Давайте я одену, чтобы была видна разница, как выглядят серьги покрупнее. Вот более крупная сережка и сережка с жемчугом помельче. Вот. Когда я списалась с производителем, мне сказали, что на самом деле нам повезло, что цена, по которой мы заказывали, это как раз идет вот такой маленький жемчуг. Но так как мы уже сделали предоплату, и у них просто была задержка поставки мелкого жемчуга, они нам бонусом сделали большие. Так что вам повезло, и некоторые из вас могут получить более крупный жемчуг подарок. Вот, что я еще заказала? Кроме жемчуга, кроме сережек и зер жемчуга, будет возможность также получить подвески с драгоценными и полудрагоценными камнями. Вот сейчас вот я держу подвеску с синим топазом. Вот синего топаза есть два дизайна. Кому какой попадется, я не знаю. Это уже как получится на складе. Вот. У нас есть всего 5 подвесок из синего топаза. Также есть 5 подвесок из сапфира. То есть сапфир, фианиты и серебро 925 пробы родированные. И также есть подвески из аметиста. Вернее, серебряный подвеск, подвески со вставкой аметиста и фианит. Вот так они выглядят. Фотографии вы сможете увидеть. Я сделаю статью, обязательно там размещу более крупные фотографии, чтобы вы смогли рассмотреть каждое ювелирное изделие более подробно. Вот. Это что касается ювелирных изделий.
Также первые три дня акции, кроме того, что вы сможете выбрать себе кулон, какой вы захотите, вы сможете выбрать себе сережки и получить их более крупного размера. Также в первых три дня акции всем, вне зависимости от суммы заказа, я буду дарить ингалятор с эфирным маслом красного лотоса, который очень многим уже полюбился. В верхней части ингалятора находится валик, который пропитан бальзамом с эфирным маслом красного лотоса. Если он начал выветриваться, вы чувствуете, что запах достаточно сильный, вы можете открыть нижний контейнер, где находится немножко этого уникального бальзама. Также этот бальзам можно использовать при головной боли, при каких-то ушибах, царапинах и так далее. То есть такая небольшая скорая помощь в любой сумочке. Вы его кладете в сумочку, если чувствуете себя, что у вас начала кружиться голова, или вам не хватает какой-то бодрости, нюхайте ингалятор. А если вам нужна экстренная скорая помощь, откручиваете и извлекаете немного красного бальзама. Вот. Дальше. Я на самом деле хотела ограничиться только двумя категориями подарков. Это вот эфирные масла. Бальзам, он тоже входит в эту категорию. И ювелирные украшения. Но наши постоянные клиенты начали писать мне и просить, чтобы в акцию я включила сухофрукты, которые очень многим полюбились после нашей новогодней акции. Это будет сушеная манго и сушеный джекфрут. Вы тоже можете выбрать. Теперь давайте расскажу о эфирных маслах. Я на самом деле, это моя большая страсть, я очень люблю запахи с детства, практически это не очень важно, чтобы комната, в которой я работала, она приятно пахла чем-то таким вот интересным, необычным. Некоторые ароматы, они еще стимулируют мозговую деятельность, они помогают расслабиться, они помогают сконцентрироваться. Зависит от того, какое масло вы используете, какое свойство, какое состояние вам сейчас нужно, вы можете это регулировать с помощью ароматерапии. Ну, кто-то относится к этому несерьезно, но мне это работает, мне это нравится. И вот я сегодня поделюсь с вами теми маслами, которые я сама использую и которые я буду дарить в этой акции. Начну с моего любимого масла. Это масло бензоина. На самом деле, это масло я узнала недавно. Бензоин – это смола дерева, которое из семейства ладановых. Оно также выделяет смолу, только эта смола, она имеет такой сильный приторный сладкий запах, но мне больше нравится то воздействие, которое она оказывает, смягчить вот эту вот сладость, которая чем-то вот похож на запах пчелиного яда, мне напоминает запах дедушкиной пасеки, где вот смесь вот запаха воска, пчелиного яда, меда, вот это все вместе, вот какой-то такой вот запах. Производитель, компания Botanic Sense, они добавили сюда эфирное масло лаванды. То есть это масло, оно за счет лаванды обладает более такими расслабляющими действиями, хотя вот масло бензоина тоже, оно успокаивает нервную систему, помогает сконцентрироваться. Эфирное масло лаванды, оно добавляет свежести и плюс дополнительную релаксацию. Также это масло обладает антибактериальными свойствами, его можно добавлять в косметику, в крема, в массажные масла. Люблю этот запах. Вот. Вообще компания Botanic Sense, они производят по современным технологиям, у них новейшее оборудование, и они извлекают чистые эфирные масла, многие запахи которых, они мало чем отличаются от настоящих цветов, кореньев или трав, чем нравится эта компания. Так, масло бензоина. Следующее масло – это аромат, который многие, кто был в Таиланде, они знают этот аромат по тайской кухне. Это масло листьев кафир лайма. Те самые листочки, которые кладутся в том-ям. Эти листики, они обладают антибактериальными свойствами. Также они очень хорошо стимулируют мозговую деятельность. Его можно использовать как для ароматерапии, как самостоятельно, так и в смеси с другими маслами. Также это масло, оно хорошо для ухода за жирной кожей. Свойства всех масел я пока вкратце описала в карте товаров. Если будет время, я написаю больше, что сейчас просто столько всего надо сделать. Вот, следующее масло – это масло каяпута. Имеет очень такой свежий, бодрящий запах. Очень хорошо его вдыхать при респираторных заболеваниях. Оно облегчает кашель, смягчает, ускоряет выход мокрот. Это очень хорошая такая вещь. Я дочь, когда она у меня болела, я немножко это накапала на ваточку. Когда она спала, подложила ей рядом с ее кроваткой. И она очень быстро восстановилась, у нее начала быстро дышать носик. Что бальзам она сейчас не любит, не дает себе мазать носик бальзамом. Но вот масло каяпута очень хорошо помогло, именно ингаляция во время сна помогло пробить нос и снять все симптомы простуды. Вот.
Также масло кайпута – это один из главных компонентов самых действенных тайских бальзамов, так как оно обладает мощным противовоспалительным и обезболивающим свойством. Вот. Также вот его можно разбавлять и добавлять в массажное масло для общей релаксации тела. А следующее масло у нас лемонграсс. Это еще одна трава, которая знакома многим туристам, которая у многих ассоциируется с Таиландом. Это лимонная сорга или лемонграсс. Эту траву тоже добавляют в том-ям. Также это на основе этой травы в Таиланде выпускаются различные репелленты, так как масло лемонграсса отпугивает комаров. Также это масло очень хорошо снимает воспаление с кожи, обладает хорошими бактерицидными свойствами. Ну и кто скучает по Таиланду, создает такое настроение, ностальгии, да? Вот. Следующее масло – это масло кананга или иланг-иланг. Вот я сейчас посмотрю, у меня здесь растет иланг-иланг. Сделал фотографию, чтобы было видно потом. Окей. Иланг-иланг знают многие. А здесь это такой терпкий, густой запах, который расслабляет душу и тело. Также это считается афродизиаком. Ванная, если вы принимаете ванну, добавить туда несколько капель иланг-иланга, это помогает вам отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня. Вот. Так, сухой имбирь. У нас осталось еще два масла из корешков и три масла цветочных. Я взяла два масла из турмерика и из имбиря. Турмерик, это она же куркума ланга или куркума длинная, и сухой имбирь. Оба эти масла не обладают такими пряными глубокими запахами, чем-то напоминает посещение. Когда заходишь в тайское спа, настоящее тайское спа, вот там вот эти запахи, потому что что турмерик, что имбирь, они входят в состав мешочков для горячего массажа. Вот. Кроме ароматерапии, эти масла, запах, я честно скажу, на любителя, я их добавила из-за их очень мощных регенерирующих, восстанавливающих антимикробных свойств. То есть здесь и антигрибковые свойства, вообще очень большой спектр, почитайте потом. Вот. Это одна категория масел из лечебных кореньев и трав, и есть еще одна категория масел, это эфирные масла, даже здесь некоторые идут как абсолюты, эфирное масло Чампаки и два абсолюта. Это масла, которые сделаны из тайских цветов. Первый вот цветок, это вот мой самый любимый тайский цветок, это белая чампа. Обожаю этот запах. Такой цветочек растет у меня возле дома, когда он цветет, это самое любимое вообще время. Я обожаю этот запах, обожаю просто этот аромат. Он помогает расслабиться, какой-то такой вот дает душевный подъем. Вообще потрясающая на самом деле ароматерапия. Вот. Так что если вы слышали о чампе, никогда ее не пробовали, у вас есть возможность ее попробовать. Насладиться запахом. Здесь 10 мл, причем здесь, так как эфирное масло, оно очень сильное по действию и очень дорогостоящее, здесь оно разбавлено с маслом джужуба. Здесь 5% идет чистого концентрата масла белой чампаки с разбавленным маслом джужуба. Следующий аромат, это как визитная карточка Таиланда, это запах франджипани. Причем здесь идет тоже 2% абсолют, разбавленный в масле джужуба. Очень нежный, тонкий аромат. Это запах, который несет ваши мысли обратно в Таиланд, если вы здесь уже были. Если вы здесь не были, вы поймете, как пахнет Таиланд. И последнее масло – это масло голубого лотоса. Этот цветок тоже считается священным в Таиланде, не только в Таиланде. В древних индийских манускриптах была найдена информация о том, что индийцы использовали масло голубого лотоса в медитациях и также добавляли в красное вино, чтобы создать напиток молодости, чтобы вернуть жизненные силы. Сам этот запах обладает уникальными свойствами, освежая и обновляя наш разум и тело. Также, если добавить его в крема, в маски, он тоже уникально воздействует на кожу. Вот эфирное масло.
другого лотоса. Вот такие замечательные подарки я приготовила в день нашего рождения. За последний месяц, пока мы наводили порядок в нашем ассортименте и выясняли отношения с поставщиками, я добавила очень много новинок. Это витаминные комплексы, к сожалению, сейчас не взяла, они в офисе остались. Это витаминные комплексы, которые сделаны из натуральных ингредиентов по новейшим технологиям, где были извлечены все посторонние примеси, которые могут вызывать какие-то побочные действия. И остался только вот концентрат действующего вещества, это как чесночное масло, любимый мной астаксантин. Многие из этих добавок я пробовала сама лично, пробовали мои родные и близкие, и сейчас я открыла их для продажи. И также я добавила, например, очень много натуральной косметики. Это косметика компании. Вот всегда ломаю язык, когда я произношу название этой фирмы. Cao Tulapu. Я уверена, что я произнесла это неправильно. Но, тем не менее, это классная, качественная, натуральная, органическая косметика. У них там целое хозяйство в этой компании. Спа-комплекс. Вообще-то все выпускается вот, да, для спа-комплекса, также для небольшой продажи. Здесь в Паттайе, на самом деле, постоянно какие-то перебои с поставками с этой косметики, поэтому сейчас я вышла непосредственно на производителя. Они там потребовали закупить большую партию, я рискнула и закупила большую партию. Зато у меня теперь есть куча классной косметики, которую я сама могу использовать. В серии этой косметики есть, ну, очень много всего. Это замечательные шампуни и бальзамы для волос, очень мягко действующие. Это вот жидкое мыло или гири для душа, крем для рук органический, крем для лица ночной, дневной. Ну, ночной-дневной вы уже многие знаете. Вот дневной у нас давно не было в наличии, потому что его нигде в Паттайе просто не было. Теперь у нас в наличии, потому что я смогла его наконец-то заказать. Также это масочки. Я добавила четвертая маска, которая отбеливает кожу, очень актуальна после лета, чтобы убрать пигментные пятна. Также эксфолиант. Сама им пользуюсь, очень довольна. Куча-куча-куча. А, натуральная зубная паста, которая сделана на основе карбоната кальция, очень мягко очищает зубы. То есть здесь даже содиум лаурилсульфат, который есть в большинстве тайских паст, его здесь нету. Также добавила новинки от Мистин, новинки от других компаний. То есть вот за последний месяц здесь возил новинки, увидеть там много всего просто вот. Очень интересных вещей. К сожалению, я еще не ко всему успела сделать описание. Сейчас я хотя бы вкратце сделаю, потом уже сделаю более полное, потому что вот реально просто не хватает физического времени, чтобы все успеть. Надеюсь, вам пришлись по душе мои подарки. Если вы хотите получить что-то определенное, вам придется поспешить, потому что первые участники акции получают все. Спасибо большое, что вы с нами. Я хочу поблагодарить всех наших постоянных клиентов, всех, кто прислал поддерживающие письма после рассылки, которую я сделала. Я хочу поблагодарить всех вас, кто поддержал меня с самого начала, кто не дал мне опустить руки в сложные моменты. Благодаря вам существует и держится этот проект. Спасибо всем. Я вас очень люблю. До новых встреч.